Комитет поддержал наши инициативы. Первая это инициатива, чтобы в дальнейшем не допускать случаев, когда ассоциации из каких-то некоммерческих организаций начинают управлять многоквартирными домами. Мы предварительно направляли Госдуму, и Госдума признала, что данный вопрос действительно регулирован. Вследствие чего, так сказать, у нас на территории города имели случаи, когда ассоциации некоммерческих объединений становились управленцами домами, или в части управляющей компании, или в части каких-то объединений ТСЖ. Но не хочу приводить адреса, многие догадываются, о чем я говорю. Значит, со всеми текающими последствиями, отменами и прочими адресами. Ну и у нас глобальная проблема в городе Саратове. Это рост платежей граждан за коммунальные услуги, прежде всего за тепло и за воду с водоотведением. Дома, которые оборудованы приборами учета, но когда прибор учета учитывает потребление двух и более домов. Значит, уже мы 8 месяцев занимаемся этой темой. Значит, думали, что сможем в очень разрешить этот вопрос. Там есть определенные нестыковки федерального законодательства, на наш взгляд. Не везде технически возможно произвести оборудование каждого дома отдельно. Поэтому мы тоже предварительно направляли в Госдуму наше предложение. Госдума, в принципе, действительно подтвердила факт того, что эта проблема существует не только в Саратовской области. И эти два законопроекта, они уже направляются как составляющие тех законопроектов, которые на сегодняшний день находятся в Госдуме и которые регулируют законодательство о теплоснабжении и о водоснабжении и водоотведении. Ну и дополнительно могу сказать, что вчера у нас состоялась рабочая группа, сегодня мы этот вопрос не успели подготовить, где в Государственную Думу подготовлен еще один законопроект, связанный с урегулированием ситуации, о котором много раз рассказывал, с тем, что у нас площадки по сбору ТКО на сегодняшний день, как мы считаем, должны быть под единым началом, под рекоператором. Поэтому и этот законопроект тоже сейчас находится в работе. У нас еще 1.5 года до момента, пока рекоператор начнет работать, но думаю, что и здесь мы сможем все-таки урегулировать эту тему, чтобы рекоператор обслуживал в том числе и площадки по сбору ТКО, как и на территории многоквартирных домов, так и в местах общего пользования, что, как я думаю, даст свой положительный эффект. Спасибо.